Всем привет! Я специально приехала на канатную дорогу для одной хорошей, красивой подписчицы, которая попросила меня, и она хотела мужу сделать сюрприз. Ее зовут Кристина Хачатурян. Кристина Хачатурян, я специально приехала, чтобы снять, чтобы ты мужу сделала сюрприз. Я тебе сначала показываю канатную дорожку, а потом поворачиваюсь. И вот солнце. И вот. Вот так называется ресторан, который сделал твой муж. Не знаю, внутри хочешь, чтобы я показала еще? Не знаю. Сейчас зайду, посмотрю, что там внутри. Я специально приехала солнце, потому что я люблю своих подписчиков. И хочу, чтобы они... Вот так написано здесь, а вот здесь вот так. Захожу. Вот. Вот. Вот, Кристиночка. Наверное, это твой муж сделал. Сейчас попрошу, если разрешат, внутри. Хорошо? Если мне разрешат, то будет хорошо. Ой, здравствуй. Вот я попросила мужчину. Он очень добрый, и он мне разрешил, чтобы я сняла внутри специально для вас. Когда приеду в отель, обязательно... Ой, темно здесь. Ну вот. Вот Кристиночка. Не знаю, этот ли ресторан, но мне кажется, этот, потому что... Вот. Я обязательно выставлю. Ух ты, здесь даже живая музыка. Класс. Ну, здесь, конечно, никого нету. Я с утра специально приехала, пока дождя нету, чтобы вам снимать. Это, наверное, он сделал спеца. Вот покажу вам потолок. Это, наверное, сделал муж Кристины Хачатурян. Красивая работа, я вам скажу. Очень красивая работа. Молодец, мужик. Что сделал такой мужик? Красиво очень, особенно потолок. Очень красивый потолок. У нас в Барселоне таких ресторанов нету. Ну что, я уже выхожу с ресторана. Надеюсь, вам понравилось. Ну все, я выхожу, потому что нам ехать и сундуки. Ой, и сундуки. Давай, пока. Мои хорошие, это наш отель. Называется «Ночной квартал». Сейчас далеко поставлю. Вот. «Ночной квартал» называется. Ночью все светит, все красиво. Там везде цветы. А вот и армянская машина. Наши армяне... Они такие большие, здоровые мужики, что им нужна здоровая машина. Там даже армянские номера. Lexus. Посмотрите, как ночью у нас отель светится. Ночной квартал. Может, кто-то в этом отеле был? Мне нравится здесь очень.